угощаю. Да? Я тебе принесу хлеба. Хорошо. И пиво, и пиво. Все, сейчас. Сейчас подпишу. Друзья, привет. С вами я, Любомир Борода. Начну с того, что некоторые подписчики на этой неделе стали задавать мне вопрос, а где же влог? И да, признаюсь, я пропустил эту неделю и ничего не выпустил. На это есть несколько причин. Первая из которых просто отсутствие какого-то интересного материала, а снимает лайфстайл. Типа, вот, друзья, я проснулся, чищу зубы, одеваю штаны, сру, моюсь и иду покупать себе еду. Мне неинтересно. Вторая причина – это анализ, некий анализ такой моего видеоконтента. Когда я посмотрел статистику просмотра моих влогов и статистику просмотров инструкций по плетению, я понял то, что инструкции смотрят намного лучше и ждут их. Вот. Причина третья. Я отдал свой MacBook на апгрейд для того, чтобы поставить туда несколько полезных вкусняшек для более удобного и скоростного, так сказать, клевого видеомонтажа. Поэтому, не имея под руками машины, на которой я буду монтировать, я посчитал, что снимать что-то не особо как бы цепляющее перед тем, как я скоро поеду в другой город, и там будет что поснимать. Если я еду в Киев, еду на несколько дней, потому что в Киеве меня ждет несколько интересных фестивалей. Это фестиваль Old Car Land, фестиваль ретро-автомобилей и старинной различной техники. Это фестиваль ретро-круиз, это фестиваль Рокабили Выбух, который идет 3 дня, где будет море рокабили и сайкабили музыки. И это день рождения группы Сакира Перуна, которая празднует свою 19-ю весну, вот, на которой я обязательно буду присутствовать. Соответственно, все эти 4 мероприятия я намерен посетить и все вам показать. Немножко о николаевской движухе. У нас вчера прошел футбол, состоялся величайший матч. Это был Кубок Украины, полуфинал. Это был полуфинал Кубка Украины, где встречались две команды. Это «Динамо Киев» и наш «Николаев». Такое в «Николаеве» случается, практически не случается. Поэтому хочу вам немножечко показать, как это было. Чего вы не заходите? А я Свету жду, взял ей пиво, а с пивом не пускают, а я уже мы проиграли со счетом 0-4, но этого и следовало ожидать. Где Николаев, а где, собственно, Динамо Киев. Но сам факт понимания того, что киевская Динамо в качестве гостей приезжали играть на наш городской стадион, автоматически делает это мероприятие неплохим праздником для нашего города. В общем, мы решили поехать с Женей куда? В Киев! Зачем? К
друзьям загонять, на концерт, на выставку. Смотри, кто нас провожает то. Мама! Ну что, ребят, мы в Киеве. Ну что, ребят, мы в Киеве.